Привет, ребята. Опа. План, в общем, смотрите, пацаны, с того 2 августа я исправил нунчаки. Ну, ништяк чаки, я бы их так назвал. Потому что они были растянуты, тут было увеличенное пространство. Сейчас получше стали немножко их. Сегодня сделал, в общем, буду тренироваться сейчас. Но в любой схватке все равно вот эти основные маховые движения же по противнику снизу и сверху. Все остальное это уже ля-ля-ля, выгибоны и так далее. Это вот всякие эквилибристика цирковая. Короче говоря, хотел вот рассказать быстро, что такое для меня 2 августа. Но это день, к которому ты уже готовишься, начиная практически с середины июля. Ты думаешь о 2 августа каждый день, чтобы не проспать, чтобы приехать в Москву, чтобы встретиться с ребятами, со всеми поговорить максимально много, максимально жестко, чтобы получить больше информации. Потому что ребятам, видите, сами, да, нравилось сниматься, сегодня меня ждали везде. Но вот это 2 августа опять получилось не совсем так, как я задумал, потому что у меня болел зуб. Вот вчера я его жестко отремонтировал. Мне вытащили нервы из зуба, наконец-то у меня здесь перестало болеть. А так уже беспокоил целый год. Так что вот в этом плане я очень быстро устал, где-то в 7 часов вечера уже уехал из парка Горького. И многие ребята меня не дождались. Наверное, в следующий раз поеду сразу в парк Горького, минуя, скорее всего, ВДНХ, потому что на ВДНХ, ну, очень мало нашего брата. Сейчас в следующей небольшой вот такой серии расскажу, что нас в Афганистане, нас, солдат, что нам, солдатам, поднимало настроение. Другими словами, боевой дух роты, боевой дух каждого из нас. Я думаю, это будет интересно. Потому что любые воспоминания – это тренировка мозга. То же самое, что гимнаст или спортсмен тренируется, повторяет упражнения, которые ему давал тренер 20, 30, 50 лет назад. И то же самое, что любой мужик, который вспоминает свой опыт, который был у него, то же самое 20, 30, 40 лет назад. То есть это опыт воспоминания опыта. Это не какая-то ностальгия. Это вновь поддержание себя в форме. Именно в той форме, когда ты был молодым. Все, пацаны, сейчас поговорим о стимулах солдата в Афганистане.